The battle begins. Mine. No, take that. No goal for you! Oh, thanks a lot! Double damage! Dazzle! Too bad. Dire's bottom tower is under attack. First blood with a poison twist. Он здесь грамотно все очень делал, и Милана тем временем склонялся. Да. Еще убили. Подтянули, и за счет ауры очень много урона наносит Empire. Ну вот и две линии, Empire несколько выходит вперед, если так присмотреться. Мид сейчас свободно вайпер получает некоторое преимущество по фарму. Тени, как видим сейчас, вот имеет такое же количество крипов, но First Blood за резолюшеном. И он сразу начинает катать мету, и в принципе грамотно действует, и под других айтемов, думаю, сейчас пока у него... Но умей быть не должно. Вот, кстати говоря, Мадар, я бы сказал, что немного какая плюха, рискует, да. Ушел все-таки. Но, к сожалению, активки тут чуть не хватило, мне кажется. Ну, 70 хп осталось. Сами можете представить, чего тут не хватило. Хотя крит... Слушай, ему так-то криты прет, серьезно? Вернулся Спартан на хосте и забил Рубик. Это, кстати говоря, не факт даже, что криты. Настолько сильная тычка у Дума, что она отображается вот таким вот красным шрифтом. Угу. Такое порой происходит. Ну, миди, скорее, разобрался на резолюшн. Ну, счет 1-2 сейчас пока на карте. Все пока более-менее стандартно. Начиналась так и прошлая игра. До поры до времени пока не могли, в принципе,
конструктивно сравнивать, потому что все было действительно очень равно. Дарксиры все пытаются здесь как-то словить. Но хвост что-то имеет. И главным сейчас, кстати говоря, интересной вещью, вот у него имеется Ring of Health. И имеется Stone Shield. В принципе, собрать Вангуард будет неплохим решением в такой ситуации. Потом впоследствии до Кримсон Гарда добраться. На топе может быть сейчас очень интересный размен. Алоха Дэнс получает последнюю тычку, но он выживет, его не обязательно динайть. А Фанни гонится за Мадарой, очень сильно его жжет. Нет блинка. Мадара умирает просто от Зимней Думы. Да, на топе, конечно, должны были на Logic Gaming стоять чуть-чуть лучше, чем в итоге получилось. Не справится никак. Resolution, middle. Щемит Спартана и ничего с этим поделать Экскалибр не может, но вот сейчас Нумутосит прямо туда под вышку, Резолюшн там выжить никак ему не удастся, Роман, к сожалению, этот момент немного просек, и даже сюда вынужден был перетянуться Мадара на блинке, иначе никак, мог бы даже еще и Лич умереть, там буквально одного удара ему не хватало. Сейчас посвапают линии, но Logic Gaming надо как-то Мадаре фармить и мечу отправляться на топ. Правда, вот этот вот свап линиями, он может означать еще более, скажем так, слабую позицию для Knowledge Gaming, поскольку на боте Мадара, хотя он тут с хвостом нормально, просто если бы тут был Дазл, то не факт, что бы получалось. На топе тем временем Винтер Виверна погибает. Очень стандартно, в принципе, подбежал Рубик здесь. Внезапно так оказался для линии он. У Фанника появился Дум, между прочим. Паузу просит Милан. Ну, мы-то подождем, мы никуда не торопимся. Это, друзья мои, вторая карта. Как вы можете видеть, у нас сейчас время... Ну, мы немножечко отставали, но сейчас мы более-менее систематизируем процесс. И игры да, у нас Empire, идут сейчас быстро. У нас да. в график вгоняют да, да, своими да. хорошими быстрыми играми. Да, за 20, за 25-30 минут. А, просит выключить свет. И ну, игра, собственно, у нас да, начинается. Я надеюсь, там свет выключат у нас. И все у нас продолжится. Да, давайте возвращаться в игру, друзья. Мы как-то... Все же хотим посмотреть дотки. Да, вернулись мы в матч. У нас 7-я минута. Shadow Wave! Ну на чем мы там остановились? Топ проигран, но Logic Gaming нет. Ну, нельзя сказать, что прям проигран, но Resolution тут получает хорошие дивиденды. Больше экспы получает, Excalibur... если на это посмотреть. Да, тут Спартан вынужден гоняет. Был. Выходить сюда, что-то гонять его, чтобы лишь бы Тини хотя бы имел либо столько же, хотя желательно, конечно, больше, а имеет-то по факту столько же. У него стаки есть в лесах, так что за счет стаков он должен вырваться. Да, на боте тем временем у нас явно что-то готовили, ребята. Но тут у нас оказался Милан на линии. Мадара, кстати говоря, 5-й левел, да, как ты уже сказал, надо бы ему сейчас дофармить до 6-го левела и там уже где-то себя отметить. А на топе у нас Дум висит на митче. И гонятся за ним прям под вышку. Земля есть, так что шансов здесь никаких не имеется. В этот момент Вайпер еще также забирает Тини в миде. Прямо в этот же самый момент. Оставил только Спартана у Вукали на секунду. Вайпер страйк. Дело сделано. Да уж, дела идут не самым лучшим образом у команды NLG. Уже прямо сейчас-то можно об этом открыто сказать, что ребята на линиях вынуждены делать какие-то манипуляции, чтобы не отставать сильно от соперника. Я понял. На самом деле Excalibur специально сливает матч. У него с этиком перстень. Думаешь, это намек? Ну, конечно. Они ему сказали, так, давай, ты нам вторую карту проигрываешь, а мы тебе сетик найти. А он сказал, оплата вперед. Ну, вот, собственно, что мы видим сейчас. Excalibur пытается забрать Resolution, а тосает его, но демеджа вряд ли хватит, потому что Аваланс уже в сулдауне. Да и стиков там было очень много, Excalibur не выживает, хотя нюков там было достаточно, в принципе, от NLG, но в пите недостаточно, чтобы кого-то убить. Сюда стянулся и Мич, и Милан, но не хватило. Также, кстати, и перетянули саппорт Empire, поэтому чувствуют себя они здесь уже более защищенными, а мидер команды NLG уже погиб, и Спартана даже подцепил здесь Алоха, но играть в него не стали. Посчитали, что такие риски здесь ни к чему. Ну, Спартан лез для того, чтобы чайник с новой скинуть, Radiant's мог бы убить, кстати, да, хотя бы кого-то. Там Грейв как у нас? Грейв. Грейв есть, так что... Конечно, Грейв есть, Грейв уже здесь, второй. Скорее всего. Мич выходит на топ, пытается прогнать Фанника, у него это вряд ли получится. Райтер страйк, миди в Спартана, от отбрасу, отбросился чайником, тот даже никуда не улетел в сторону, исключительно только в резолюшна, как видите, дамаджа ему точно не хватило. Алох перемещается на бот, где у нас хвост нападает к Мадару, кстати говоря, тот еще и может крэшем ему вот так вот лицо поломать. И параллельно еще у нас Дум делает килл на Дарксире. Короче говоря, ребята из Team Empire доминируют абсолютно сейчас на всех трех линиях. На всех трех линиях только что они сделали фраги.
В действительности, NoLogic Gaming могли все три линии отстоять хорошо, потому что с Лордаром играть против Дарксира на лейне очень тяжело, даже не то, что на хард-лейне, да, где с Лордаром теоретически еще может какие-то пулы может делать или... Хотя какие там их будут делать? Наоборот, наверное, на сейф-лейне тяжелее играть с Лордаром один на один против Дарксира, потому что может за вышку забежать. Напали еще на Интервиверну, забрали ее, Мадара припортился, ну, Рубику убьет, скорее всего. Соник да Wave. Уж, неужели сейчас еще как... Или нет, не убивает? Но подходит Спартан, должен дать, он тысячу да, не добьют, и даже прокаст влетел хвоста, и может быть даже хвост погибнет. Неужели ласхит? Нет, не ласхит. Еще имеется у него Слизерин Краш, так что он улетит отсюда, скорее всего, убежит. Я бы сказал, на своих двух, если так можно назвать, у Слордана. Подходит здесь Резолюшн, юзает да Вайпер Страйк Спартана, на нем еще висит амплифай дэмэдж, как же больно дамажит Вайпер. Все, погибает Спартан, сейчас еще один юг тут сделает, даже уже на хайграунде. Не промахнулся, киллинг спри, Резолюшн, счет 3-13, это больше уже похоже на уничтожение. Если честно, по-другому Фаника назвать нельзя. Фаника старается забрать на топе, у него нету земли, но драмчики можно прожать их. Жжет Милановый шелл, обгрызает Фанник с маски смерти. Ну, он до конца ТПшки здесь играл, в принципе, добавить нечего. Все равно здесь эта драка исключительно идет в копилку Team Empire. К тому же еще и киллы достаются вновь Резолюшену. Поэтому жаловаться здесь не на что. Пусть у какие-то потери сейчас и несут Team Empire, они все равно денег получают больше. Причем сейчас уже, давайте вот 11-12 минуты, я покажу вам графики. До этого я не показывал, чтобы вы сейчас уже представляли, насколько велико преимущество на столь ранней минуте. Мы еще в мидгейм не вступили, ребята, по сути, тупо выиграли на стадии лейнинга. Они пост начали побеждать на линии. На боте я тебя уж перебью. Да-да-да, я вижу чайник. Но не дотянулся нас Экскалибур. А вот Вангуард оказался полезным все-таки приобретением, согласись. Но он просто плотности ему он дал, и плотный, да, да. Ну, он, по сути, сейчас такие моменты просто наплевал на такие моменты. К тому же еще и остается боеспособным после них. Осталось лишь только Блинкдаггер себе приобрести, и подобные вещи уже для NLG будут не такими простительными. Их прощать за это не станут. Алоха выходит на перехват, Мадара уходит на блинке. Довольно просто. А Резолюшн уже с мекой в миде, наверное, должен созывать свою команду как капитан, ибо в пятером сейчас они будут еще сильнее, и надо уже начинать двигаться к победе. Алоха Дэнс прожал смоук, и вместе с Фанником бежит сейчас за Мадарой, который наверняка пошел контролить руну. Прекрасно, имперцев понимает. Мадара забирает планку руну. В миде выходит Резолюшн. Алоха Дэнс так поднимает Мадару, юзается дом, и отсюда уже никуда Квинов Пейн не уйдет. Я уже думал на момент, что он все-таки уйдет, а он там замешкался как-то и, к сожалению, так и не смог это сделать. Более того, Рубик еще и Бринк своровал у Квапы. Очень хороший скилл для 12 минуты. Да, экономит ему определенное количество денег. Хотя Блинк Дайгер снова принесет кубок. И такими темпами, кстати, он может даже приобрести. Хвост хозяйничает на боте, крашит Милана. Милан пытается сам себя подсейвить, но здесь подходит Алоха Дэнс, который ворует его лайн. Да, еще и хвост добавляет сверху Слизерин Краш. Ну, вакуум здесь, меч, хвост, еще жив, мека. Как вовремя подошли тиммейты. Они просто за хвоста, за Сашку порвем на куски. Конечно, умирает хвост, здесь стенку поставил меч. Приходит Мадара, Соник Вейв летит в молоко. Тем самым он только спалил себя. Ну, блинк-то у него в кулдауне. Надеялся кого-то убить, но не тут-то было. Не тут-то было, какая просто ужасная драка от NLG. Ужаснейшая, добавить просто нечего. Здесь им и не везет одновременно и в некоторых местах. Но тут уже, конечно, сильнее чувствуется Empire. Ну какая сыгранность, а? И это просто, я не верю своим глазам, честно. Сейчас уже идет для них четвертая карта по счету. Второй матч в общей сумме. И они сейчас его выигрывают. И, честно говоря, пока сложно сегодня делать какие-то выводы относительно еще других коллективов. Потому что мы не видели, как выступают сейчас в комплексите. Я больше темной лошадкой бы назвал у нас, например, в турнире команду MVP. Да, и пока мне нравится сейчас Empire. Ну, знаешь, такими Radiant's темпами, если нас ребята будут радовать, я хочу посмотреть еще с другими командами, что мне они кажется, нам приготовили. Знаешь, что самым интересным матчем сегодня будет противостояние Empire и Vega Squadron, как, собственно, это было и на Dream League. Dream League. Ну, там, конечно, по итогу были еще другие интересные игры, но Empire красиво Dyer's играли против Vega. Да, Vega готовится, сейчас находится в практик-руме. Ребята готовятся к своим матчам. Кстати говоря, у них уже будет следующим, насколько я помню. Поэтому советую вам остаться, посмотреть за этим противостоянием.
двух наших довольно сильных, я бы сказал, сильнейших СНГ коллективов. Ладмерс появляется у Дума, ребята обращают свое внимание на Рашат. Вполне себе имеет право его забрать, пить из Лордар, пить из много чего еще, правда, видать, пока не туда сложно, думаю, что он у него появится, поэтому очень полезный. Быстро заберут на реакцию NLG, можно даже не смотреть, ее просто нет. Да, все-таки Вайпер намного лучше смотрелся в этом пике, нежели чем какие-то другие варианты, которые могли появиться у Империи. Слишком хорошо он себя чувствовал против дабл мида. Другим героям так бы не смог резолюшн стоять. Ну, может быть, Верка бы еще, кстати, неплохо простояла, хотя против Лича как-то нет. Лучше Вайпера здесь нет героя для резолюшна против подобного пика. Там, кстати, неважно, кто бы стоял. Квапа... Пофиг, коросик качаешь, да, она не может, она убивает просто себя. Ну и тот пик, который был, та пара героев, которая была у него в день, она тоже себя проявила. Смогла? Обратите, кстати говоря, внимание, мало того, что тут начинается драка, Рубик здесь, Мека пошла в ход, уже меч получает, Дум, там пошло вроде бы неплохой от Виттерберда, плюс еще Соник Вейн, но все живы, в том числе и Рубик, благодаря именно Ноуфиру, его работа с крестом, вот что могу сказать. Но тут дэмэдж какой выдает Резолюшн, просто сумасшедший, вы видите это сами, монстр килл Резолюшн. И за то время, пока команда NLG находилась на топе, засплитпушила одну вышку Team Empire, имперцы разнесли сначала Рошана, потом Middle Tier 1, потом Middle Tier 2, потом команду NLG. Теперь находится уже на хайграунде. Это все на 16-й минуте матча. Вот такие графики сейчас вы видите на экранах. Просто безумие. Ребята сейчас уничтожают соперника. Мало того, что драка продолжается и на хайграунде. Они очень сильны сейчас и готовы принимать соперника, наверное, в любой форме, в любом месте, в любое время. Несмотря на то, что они много чего потратили. Но есть Вайпер Страйк еще, в принципе, да. Дума нет, но, по сути, есть чем еще принимать. У них такие герои, в принципе... Герой, у которого было больше его фарма в этой игре, просто ничего не смог сделать. Да, есть такое, это Дарксир. Да, именно так. Стяжка сейчас пошла от Дарксира, меч поставил стенку, хвост включает станом. Надо бы сыграть кого-то, Спартан просто лопнул. Следующим оказывается меч, тот пытается на суржу лететь, но Резолюшн не позволяет ему это сделать. Экскалибур более-менее отбрасывает себя, лишь бы к нему не подошли. Гудлайк уже набирает Резолюшн. Тут же у нас видим, как Рубик занимается своими делами. Алоха забирает там Винтер и Верну своего потенциального оппонента. Брендагер уже накопил хвост, хотя не знаю, понадобится ли он вообще в этом матче, потому что уже видим заветную надпись GG от команды No Logic Gaming. Странно. Я думал, No Logic Gaming смогут лучше сыграть, потому что в онлайне они проявляли себя только с лучшей стороны. И к тому же, в отличие от четырех клеверов, они вот во время первого матча сидели в практис-руме и тренировались. То есть они раскликивали.